Ну что ж, как часто вы меняете интерьер? Как часто вы меняете шторы? Задайте себе этот вопрос. Сегодня у вас есть шанс выбрать шторы по душе, а не по цене. Не задумываться о цене, потому что это дорогостоящая покупка. Правильно, Оль? И как часто мы хотим что-то изменить, но так долго собираемся поменять шторы. Со шторами «Летний сад» вам не придется думать о деньгах. Вам придется думать только о своем вкусе и как бы и куда повесить шторы. А я вам посоветую, как это сделать. Комплект штор «Летний сад» 2350 рублей. Ваша выгода 760 рублей, а на бонусную карту вам падает 353 бонусных рубля. Это на будущие покупки. Но что приятно, эти шторы представлены в двух цветовых решениях. Вы сейчас видите розовые, второй цвет вы увидите чуть позже, а сейчас... Насладитесь легкостью, насладитесь дыханием и насладитесь прелестью цветов. Вот как же мне нравится, что эти шторы такие легкие и воздушные. Так хочется добавить в нашу жизнь, знаешь, какого-то воздуха. Я бы даже сказала, Олечка, весеннего настроения, потому что шторы утопают в тюльпанах. Это основной принт. Цвет вы видите сейчас на окошке розовый. И когда будете заказывать, говорите, хочу летний сад в розовом цвете. Потрясающий, готовый комплект штор. А вот у нас еще один цвет появился на экране. Цвет зеленый. Летний сад в двух цветах. Это насыщенные краски. Специально выбрала для вас яркие цвета на окошко, потому что скоро за окном потускнеют краски. Они уже тускнеют, листочки облетают. А у вас дома со шторами летний сад всегда будет лето. Летнее, может быть, у кого-то весеннее настроение. Готовый комплект по уникально низкой цене, в котором есть уже все, что нужно для того, чтобы украсить ваше окошко особым образом и изменить интерьер. Это две портьеры, ламбрекен в стиле модерн и подхваты. Будьте дизайнерами своему интерьеру со шторами летний сад. Знаешь, Юль, я покорена шторами. Вот серьезно. Вот вы подумайте сами. За 2350 рублей вы получаете не только портьеры, вы получаете и ламбрекен. У вас готовое уже решение. То есть не нужно искать ткань, не нужно заказывать пошив, не нужно задумываться, как я буду вешать. Все уже продумано для вас. 2350 рублей, два цвета на выбор. Зеленый, очень сочный, яркий. Розовый, романтичный и женственный. Какой вам больше нравится? Какой вы выбираете для себя? Позвоните, закажите, порадуйте. А у меня сразу возникают практичные вопросы к нашему эксперту Юре. Так, практичная ты хозяюшка. Ох, практичная. Я уверена, что вас, наши дорогие телезрители, эти вопросы тоже интересуют. Что за ткань, Юля, расскажи мне, пожалуйста. Конечно, ткань летящая, воздушная. Мы с вами видим, как она красиво драпируется. Ткань инновационная, новаторская ткань на страже вашего уюта и вашего эксклюзивного интерьера. Я вам обещала в начале часа, что с нашей рубрикой «Дом» ваш интерьер станет стильным и уникальным. Так вот, ткань, которая используется для производства штор «Летний сад», это полиэфирный шифон. Нежнейший, но в отличие от шифона, к которому мы привыкли, он более прочный. Вот за это я его и ценю, и вам как эксперт советую. Потому что в уходе шторы необыкновенно легки. Их не нужно гладить. А это очень здорово. Вешайте во влажном виде, прямо-таки на карниз. И они отвисятся сами. Это же здорово. Полотна огромные, не нужно теперь гладить. Сегодня какой-то праздник, сердце для меня. Мне просто некогда заниматься глажкой. Ну, правда, серьезно. И для меня вещи, которые не нужно гладить, на первом месте. Итак, шторы, комплект «Летний сад». Вы получаете две портьеры, ламбрекен, еще и подхваты за 2350 рублей. Розовые цветы, они никогда не завянут. Такие нежные тюльпаны. Выбирайте для себя. Олечка, а я выбираю эти шторы себе в гостиную, потому что так давно искала яркий цвет, сейчас пригляделась, и знаешь, я, наверное, все-таки поменяю. Но в гостиную, не только в гостиную, эти шторы хороши и на кухню. Может быть, вы подумаете, слишком роскошный костюм для окна на кухню, все-таки там готовим. Вот, на кухне мы готовим. Жир брызгает, когда мы жарим, ну, у всех так происходит. Мы не всегда в рестораны ходим, вообще редко получается. Да, поэтому... мы дома любим готовить.
приготовить нашу домашнюю вкусную еду. И, конечно же, насчет стирки. А вот жирные пятна, как у нас? Вот чем и хорошо полиэфирное волокно. Почему я вам советую, как эксперт, именно эту ткань, она считается одной из самых лучших на кухню, потому что хорошо отстирывается от жирных загрязнений, а пыль вообще отталкивает. То есть, хозяйки, берите себе на заметку, если вы хотите освежить кухню, то шторы «Летний сад» именно для вас. Ведь то, от чего, какое настроение у хозяйки, да, зависит от того, на что она смотрит. Вот такое созерцание цветов сделает ее настроение красивым, а значит, домочадцы, ваша хозяйка приготовит вам все самое вкусное с хорошим-то настроением. Конечно. Слушай, вот знаешь, я так вот уже для себя придумала, да, вот эти шторы зеленые, они называются, желтыми цветами, я их вижу на кухне у себя. Раз ты убедила меня, что стирать легко, пятна жирные отходят быстро, все, это прекрасный выбор. А как мы утром обычно просыпаемся? Ну, не всегда в хорошем настроении, ну, правда. К сожалению. А при взгляде на такие шторы ваше настроение поднимется.